Дайте медец, пацаны. За меня петушок. Осталось 5 секунд. Блять. Воняю говном, петушок, седая в облушка и эй, самурай. Хорошо. Умирать. Дайте медец, пацаны. Ну, тут все умирать. Просто. Когда ФП Тинкер заезжает, в дело вступает боксер. У нас пятая игра. Против нас Бублик 18 левела на Пудже. Мы с вами в лесу. За нас воняю говном на Тинкере в миде. Сейчас будет веселая катка. Главное пообщаться с командой, узнать у них. Пацаны, вы тут? Тинкер, ты здесь? Тинкер. От тебя воняет. От тебя говном воняет. Ты можешь выйти? Ливнуть можешь с игры? Ливнуть. Воняет сильно. Говном, тупо. Ну, воняет говном. Ливнуть можешь? Ты ливни, заебал. Правильно, пиздец, что-то комп за 70 тысяч ведьмака тянет, а... Комп за 70 тысяч? Ты пропустил ты что, новость про смерть Стенали и ноль реакции. Да, не пропустил, я тут мне уже весь чат спамит, что я не вижу, думаешь. А что я должен, как я должен среагировать? Я должен достать нож, перерезать себе горло и сказать, все, я ухожу тоже. Ну, типа, хуево. Но все умирают люди, это, ну, как бы, блять, от этого не уйти. Все мы умрем, ребят, открываю вам истину. Сори за спойлер, братан. Мы все умрем. Я боюсь, сейчас ко мне фанаты на пуджах в лес придут общаться. Фанаты на пуджах придут, ребят. Давайте ставки сделаем. Открываю ставки, ребят. Фанат на пудже придет к нам общаться. С тобой не придет. Блядский бублик пришел. Обязательно сработаемся. Так, парни, пуджа байчу. Здесь, тебе это ну, надо, у тебя скажу. Ник такой говорящий, скажи. Бублик, я же ебало набить могу, Бублик. Бублик, ты что, все сдулся. Блять. Я думал, он боец, а он оказался этим. Валерой. А он хуец. И, я надеюсь, будет еще ресап. Блять, а он же тупо это... Он не знал, где я, он вард там не ставил. Он просто посмотрел, где я фармлю. Братан, ты поможешь? А, не надо помогать, все нормально. Я развел лохов. Короче, надо от клипов дохнуть. Или не дохнуть. Я не знаю даже. Дохнуть. Бублик, отъебись от меня. Дай пожить. Да, у меня в лесу трое. Пудж, Зевс и Сайленсер. Оп, выходят, смотрите. Ганг отряд, о, еще и варды палят. Вот. Я помочь собак. Загений, уже второй вард попает. Второй вард, я не знаю даже, как они варды. Мне кажется, они чувствуют просто, где вижен стоит. Есть такое, бывают такие игроки, особенно на 2К рейтинга. Вот они чувствуют, где урса фармит. Чувствуют, где вижен стоит. Ну это чуйка называется. Это опыт игры. Да. Опыт игры о себе дает знать, пацаны. Это все опыт. Ну я все, хоть интеллект не отдал. Фура, хорош. У меня есть, собственно, чуйка на медведей лесных. Так, гублик. Давай, мне тоже он заебал. Давай его, купол, блядь, всю хуйню ему ебашь, блядь, заебало. Еби его. Только надо было купол же поставить так, чтобы я мог бить. Абаш выйдет, хорош. Гублика расписали. Блядь, тут этот, сука. Бегает. Руса, тебя ебать идут. Да я знаю. Сука, бублик, иди нахуй. У меня купол есть. Тинкач, давай реализуем мой купол, а? Что, блядь, ты что? Тинкач, давай к нам, братишка, блядь. Иду. Давай, что-нибудь. Глобал еще дали, да ты шо? Купол будет такой, чтобы я бить мог? Ну, это не такой. Блять, бублик, ты доебался до меня, конечно. Блять, там медведя хотят в шопу быть. Сейчас я бублику пиздок дал. Все, я умер, скорее всего, но я бублика убил. Он только для меня посидел. Почему за меня за бублика 193, за меня 402? Алло, дота, у меня 1.4. Дота 1.3, 11.6, проебываем. Дота. Можно перемотать на 19 ноября, когда экономику сделают человеческую? Бля, ну что, такой классный, ты мне нравишься. А я тебе нравлюсь? Ну что, бублик, блять. Ха. Сейчас ты ебало бить будем, бублик. Хорош, 170. Мне кажется, с каждой смертью за него дают все меньше и меньше. Я не эксперт, но... Скоро отнимать буду. Скоро убьешь бублика, минус 200. Да. Петушок. Да. Ты обкурился в понедельник, петушок. У нас Феникс, ну, конечно, объебанный. Ты его видел, Ваник? Да. Ебать. Стой.
Помогите! Ну все. Приплыли. Жалобный крик, помогите! Не, ну у нас тинкер должен. Блять. Понял. Морф! А, у меня ультарка не была. Ну тут ебутся коты вообще, ребят. Тут дробовик уже есть. Хорош. Заебись. Куда у тебя еще интеллект забирать? У тебя его и так с конец. Давайте тут засады, дайте запустить. Тут байт был на меня, прикиньте. Я развел их на все. Хобы. Парни, тут ебут. Ебать они, ебать я очень, видимо, ценен для них. Раз на меня гномал и нимбусы тратил. Эй, бля, мне надо двойку и восьмерку местами поменять. У меня 2-2-8, стата. Оп, петушок. Оп, подожди, на меня уже бегут. Глянь, узевса дают. Да ты шо вообще? Ты посмотри на них. Шо жирный? Попал, не в тот двор зашел, да? Биг Тейсти, сука, не продали. Бублик, 315. Знаете, ничего не меняется. В принципе, что я его 20 минут назад убивал за 190. Ну, конечно, да, чуть побольше. Все-таки на 100 голды побольше накинули, на 130. Вот, но все равно, как-то маловато. При такой игре, когда у тебя 2-8... Можно бы и побольше платить. Поэтому у ладно, хрен 20, у меня, блядь, 13. Не ной, ты керри. У их Морфа, видишь, он хорошо играет, не то, что ты. Ну, я понимаю, да. Подожди, у Морфа бабочка еще есть, не то, что да, у тебя. Да. Бля, он реально объебанный, я вам. Это Бублик пришел, блядь, пацаны. Тут Бублик ходит, ебать. Для, развел Бублика на хук. Комбэк. Я правильно выговорил. Ждите, его поймаем в лесу. Блять, опять меня этот Бублик тянет. Эй, Бублик, тебе пизда. Не, ладно, ну. Хелп, парни, ну может Бублик опизду. У меня купол, уеби. Блять, найс, Бублик. Давайте. Реализовала ересь. Развел лохот на мулы. Сосать. Как он заебал меня? Ну а ты думал, блядь. Мана кончилась. Понял. Да. Класс, понравились. Класс. Тебе понравилось? Мне не такое нравится, да, мне очень нравится, все, да. Страшный ты человек, Феникс. Войт Мидас? Братан, а ты решил Мидасик собрать? Я в лейт уже, Мидас нужен. А, ты в лейт выходишь? Не, ну я согласен. Мидас никогда не поздно. Да не, реально, Физеров, у нас игра в лейт выходит, поэтому... Ну, типа что, на 32 минуте можно и Мидасик сделать на лейде. Там морф слоты скоро девать некуда будет. Он просто увидел, что у морфа мидас, думает, и чем я хуже. Я ж могу тоже мидасик сделать, правильно? Алик, давай. Вот так вот надо, вот так морфа надо убивать. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. Кота. 464. Урожайчик начал собираться. О, Тинкер сдох. Еще 1300. То есть, понимаете, какая дота? Тип умирает 3 раза за игру, и я 3 раза вижу, как по 1300 уезжает кому-то. Вон, 1291 Бублику, 1300 Бублику. То есть, Бублик за 2 фрага 2600 взял. И наш стрим палит, и точнее, Пудшу палит. Ну да, ты только понял. Поэтому он знает где-то. Ну, конечно, ты думал. Я это в курсе, что там шпионы есть. Может, ко мне какой-то рандомный чел с того стрима залетел, шелкопряд. Добавил меня и сказал то, что Пудш стрим палит. Ну да, да, вы не чувствуете? Я тоже какой-то шелкопряд добавил. Стримите, зачем вы бежете? Зачем вы это делаете? Зачем? Работайте на завод, быстро в армию все служить. Феникс, ну ты тип. Блять, страшный бубен. А почему, кстати, я за игру ни одного яйца не увидел? Опа, я не один такой, значит. Я просто, ну, я уж думал, у меня как бы галлюцинации какие-то. Ну, значит, действительно яиц не было. Одно было, одно. Глянь, морфа убил, самурай тупо хорош. Все, а самурай его с ульта тупо. Они нулевые, да. Они ничего не догоняй лохов. Атакуйте всех.
Вон, капитан на Фениксе, сказал, атакуйте всех, пошли. Меня зовут Капитан, мне не очень классно. Ну, бублик объем, а что делать? 380. Давай под фонтан. Я могу тебе меня и не стопал. Я просто Зевсов, сука, терпеть не могу. Я только услышал, о чем песня. Пипец вообще. Ну и текст. Интересный текст. Со смыслом. Пойдем с ней топ, сейчас я буду ебашить. Сейчас я ебать пуджа буду в прямом эфире. Вот так вот, бублик. Все, там байбеки, тише, тише. Че я тебя вижу? Да, у нас Феникс убегал. Ты, по-моему, брат, потеряешь лицо сейчас, если не начнешь это делать. Да я убегаю. Я и так фейслес. Блять, я тоже теперь фейслес, кстати. У меня так и фейс. Я все. О, у меня уже тоже по 1000 дают. Просто у нас, как бы, я заметил, что яиц нету вообще. Вообще яиц нету. Но это наркоман на Фениксе, поэтому ему можно. Кстати, там был челлендж какой-то. Сделаешь в команде больше... А, подожди. Если по итогу у тебя фрагов будет топ-1 твоей команды, 500 рублей, да? Знаете, раньше этот челлендж казался невозможным. Сейчас открываю статистику и понимаю, что у меня фрагов столько же, сколько у Тинкера. То есть мне надо сделать еще пару-тройку фрагов, чтобы закрепиться. И, в принципе, это изи челлендж. Там же не было условия выиграть игру. Сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты посмотри. Ты посмотришь, что творю, пацаны. Салю. Единственное, вот этот дебаф не уменьшает время действия, когда ульта включена. Написано, что 80% сопротивления эффекта. А, ну нихуя. Баф нашел, видели? Видали, баф нашел? Давай, брат. А, байбеки, слышите? Все, блин. Нахуй. Назад. Да, назад. Я ульт не нажал. Знаете почему? Потому что я долбоёб. Развел на лоба. Сколько у меня фрагов? Мне пофигу на победу. Мне на самом деле надо сделать количество фрагов. Это самое главное. Главное — это фражина. Ебать, глянь, Феникс, ты шмот растерял. Собирай, братан. О, ты БФ решил купить на 52-й. Такой это войд, это самый странный войд. Мидас на 32-й, потом Тараска на 45-й. А теперь БФ, братан. Так, блядь, этот Мидас позволяет мне сейчас в игру вернуться. Алло. Так ты возвращаешься все еще? 52-я минута, ты еще на стадии возврата в игру. Я Россия, с колен встаю. Братан, ну по-моему пора на колени встать обратно. Ну, организовано. Go. И у этого несы, у всех несы, все крутые. Вроде ж был здоровым человеком. Кому ты жрешь, блядь, жирная морда. Давай дважды, два ульта въебал. Два ульта въебал, чувак, видели? Чем он? Господи, можно было не давать. Блядь, он фраг набрал. Что ты Марфа пизжу. Он в ловкость качается, пацаны. Так, яйцо должно взорваться. А, это взорвется. Все нормально. Короче, Рошан, если ты сейчас не появишься, то я рот твой переворачивал. Рошан, сука, появись! Урод! Он ждет, пока я сдохну. Не, брат, это уже лишь. Короче, пойду сдохну, и Рошан появится. Давайте Рошана разведем. Все, иду умирать. Пойду фидить, заебало. Все, пойду умру. Я понял, враги охуели, конечно, с такую, блядь, птицы с дизолем и рапирой, но, блядь. Ну, эффект будет. Пойду умирать, надоело. Финкер байбэк. Ебать, хорош. Ебать,
финальчик. Блин, Тинкер дважды умер. Вот это плохо. У них байбеки есть. Уйду, блин. Я уебку, брат. Ну, я убил Пуджа без байбека, но я тебя спас и сдох из-за тебя, знай. Какой же ты дурак, это пиздец. Ну да, они сейчас Рошана убивают. Там же Рошан, как обычно. Вот я сдох, Рошан появился. Классика, скриньте. Рошанчик, здравствуйте. Стоять. Хорош. Возможно, байбека у кота нет. Настоящий хотон свеж. Хотон улитки, еще и кэш. Ароматом он не скрыт. Я ушел вроде. Эй, детка, давай выпьем кумы. На то, что останется нежный кирчат. И в темноте хотона светится твои хора. Спасибо тебе, моя малышка Эна. Марфа, Марфа, он вовка скачается, ёбаный стыд. У него байбека нет. Задрот Марфа, не туда качаться. Все, Марф без байбека, парень. Ловить лоха, ла-ла-ла-ла-ла-ля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 -
21-16, плюс 500 челленджа. Спасибо за игру, парни. 56 на 54, топ-1 по фрагам в команде. Начинал с 1-8 или с 1-9. Спасибо за игру. Изи челлендж, изи победа.